Дар Патуала, Анна, 6 лет. Вчера мне рассказывал дедушка Миша. Отряд партизанский попал в окружение. Осталось у них 18 гранат, один пистолет и один автомат. Все больше в отряде погибших бойцов, все больше, все крепче фашисты сжимают кольцо. Они за кустами, они за камнями. И крикнул ему дедушка: «Родина с нами!» И все побежали навстречу врагу и стали гранаты бросать на бегу. Все храбро сражались, все смерти забыв. И вот удалось совершить им прорыв сквозь лес по болоту. Они уходили, а деда медалью потом наградили.